Детская музыкальная неделя стартует в Самарской области. С 13 по 20 июня в регионе пройдет 6-я по счету Академии Юрия Башмета. Это целый образовательный комплекс для одаренных юных музыкантов. Мастер-классы профессионалов с мировым именем, уроки, лекции и концерты. В этом году обучение пройдут более 70 детей. Среди почетных гостей, конечно, сам Юрий Башмет, Татьяна Самуил, Игорь Федоров, Сергей Гловацкий и Евгений Финкельштейн. Концерты и мастер-классы будут проводиться на сцене Самары, Чапаевска и Новокуйбышевска.